Как надымчане относятся к тому, что выпускные вечера начинают проводиться уже с детского сада, потом в начальной школе, а еще в спортивной и музыкальной? Мне кажется, обесценивается. Действительно, много выпускных после 4 класса, после 9, после 11. Ну, мне кажется, это все сделано для того, чтобы просто как бы денег с людей побольше собрать. Это память на всю жизнь. Что не делается, все к лучшему. Конечно, плохо. В садике выпускной какой-то деньги собирает. 4 класс тоже выпускной. Мне лично это не нравится. Надо, чтобы, как раньше было, 8 класс, например, выпускались, и 11. Это же хорошо, потому что выпускной вечер – это как такое событие, которое закрепляет что-то, какой-то твой статус. В конце концов, это как бы твои воспоминания о том, где ты учился, где ты был. Это все закрепляется в голове, в сердце, как говорится. Это все классно, это полезно.